сегодня, 23 мая, в Нижнем Новгороде стартовал Вазари Фест. Это фестиваль текстов об искусстве в формате книжной ярмарки. На протяжении 3 дней в арсенале будут проходить концерты, лекции и кинопоказы. Искусство не живет без рассуждения о нем, без осмысления и описания его истории. Хочешь понять искусство, читай о нем. Под таким девизом проходит первый и уникальный в своем роде фестиваль Вазари. Мы приходим смотреть на современное искусство или даже на классическое сплошь и рядом и говорим, ну что-то мы не понимаем, о чем это все. И происходит так по одной простой причине. Мы не читаем про искусство. В рамках фестиваля публике будут представлены тексты об искусстве всех видов в диапазоне от исследования и анализа до популяризации с участием издательств, периодики, фильмов и сетевых проектов. В России подобных инициатив еще не было, а вот прецеденты в Европе, причем успешные прецеденты, случались. Одна из самых успешных периодических художественных инициатив последнего десятилетия в Европе – это фестиваль, который проходил в городе Фаенце. Это был фестиваль искусства, но где не было ни одного произведения искусства, где были исключительно разговоры об искусстве. Шоу критиков, дискуссия о классической литературе вне классические времена, презентация лучших образчиков современных периодических изданий, тест-драйв творческой игры для малышей и, конечно, огромная книжная ярмарка. Это и многое другое ожидает гостей фестиваля в ближайшие выходные. Для всех, кто любит говорить, читать и слушать об искусстве, вход свободный.